Если вы не знаете, как своим детям привить любовь к рыбе, то обязательно попробуйте этот рецепт. Мои дети очень любят красную икру, форель, копченую, запеченную, соленую икру, но вот белую рыбу нет. Но эти котлетки из трески они просто обожают, сметают их сразу же со сковородки и просят приготовить еще. Берем 800 грамм филе трески, оно у меня было замороженное, поэтому предварительно я его разморозила, и также мне нужно было его отжать от лишней жидкости. Мелко его нарезаем, добавляем к нему одно яйцо, одну столовую ложку сметаны, натираем на мелкой терке 70 грамм сыра, 2 столовые ложки муки, солим по вкусу, ну и также любимые приправы у меня для рыбы от Лента Премиум. Все хорошенько перемешиваем и теперь жарим. Я это делаю на топленом масле, на горячую сковородку ложкой выкладываю котлетки и готовлю их под крышкой. Жарятся они очень быстро, буквально 3-4 минуты, и можно закладывать новую партию. Рецепт продублирую в своем телеграме.